Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Египетская актриса кино, театра и ТВ Даляль Абдель Азиз умерла в субботу из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Ахрам. Супруг Даляль, известный в стране комик Самир Ганем, скончался от ковид в конце мая. У пары остались две дочери актрисы. Даляль Абдель Азиз Мохаммед родилась в 1960 году в Эс-Заказике, где закончила сельскохозяйственный факультет местного университета. Далее переехала в Каир и начала карьеру на ТВ. Дебют 77 год. С небольшими ролями в телесериалах. На дальнейшем счету множество фильмов и телешоу во всех форматах, от боевиков и комедий до долгоиграющих мыльных опер. В 1998 году Азиз была удостоена награды Television Awards за лучшую женскую роль. О смерти актрисы уже успели высказаться многие друзья и коллеги. «Так трудно поверить, что тебя больше нет с нами, я искренне убит горем. Ты была одной из самых добрых и чистых душ, которые я когда-либо встречала. Да смилуется Бог над ее душой и ее возлюбленного Самира Ганема. Мои искренние соболезнования моим любимым сестрам Донни и Эми. И всей семье пусть Бог даст вам терпение и утешение в это трудное время», написала Дора Зарук. «Да смилостивится Бог, дорогая, та, которая всегда улыбалась мне, дружелюбная, добрая, заботливая и отзывчивая мать Донни и Эми. Ты всегда будешь в наших сердцах и умах. Пусть Бог когда-нибудь объединит нас с тобой», написала Бушра в память о любимой актрисе. «Известие о твоей смерти так ранит меня, моя любовь и возлюбленная всех. Ваше присутствие в нашей жизни было благословением. Вы были самой доброй сестрой, матерью и женой, самым заботливым другом и чистейшим сердцем и душой. Дай Бог нам терпение и силы, твоим дочерям Донни и Эми», написала Юсра в подписи к своему посту. «Печальная и очень болезненная новость. Великий художник, мать, жена и икона. Мы все потеряли ее, и что бы мы ни говорили, мы не можем представить, в какой тяжелой ситуации ее дочери и ее семья». Также стоит добавить, что вчера в возрасте 75 лет умерла актриса Сабина Тозия, известная по архипопулярной, основанной на реальности событиях турецкой исторической костюмированной драме «Великолепный век». Об этом, в частности, сообщил в своем инстаграм Мэри Музерли, исполнительница главной женской роли в шоу «Хюрем Султан», отметив, что они с Сабиной успели поработать помимо «Века» еще над двумя проектами «Материнской раной» и шоу «Мафия не может править миром». Причиной смерти артистки стал инсульт. Также известно, что в начале этого года Тозии диагностировали опухоль головного мозга, провели операцию, после чего женщину частично парализовало. В результате она была вынуждена оставить экран. Сабина Аджрула родилась 17 апреля 1946 года в Югославии. Там же получила актерское образование в Государственном театре родного города. Сниматься начала в 1969.